вас, уважаемый Дедушка Мороз! Рады видеть и тебя, Снегурочка красавицы! Рады видеть вас, Морозная гвардия нашего славного Углегорского округа! Здравствуйте, уважаемые сахалинцы и гости города Углегорска! Приветствуем вас на долгожданном зимнем празднике, открытии главной елки и зимнего сказочного городка. Почетно нам вместе со Снегурочкой вновь побывать на вашей славной земле. Удивительный новогодний праздник близко. Он готов стартовать с северных просторов Сахалинской области. А посмотри, Снегурочка, чудесная елка украшает площадь. По традиции сегодня она должна засиять разноцветными волшебными огнями. Заместитель главы Углегорского городского округа Арганова Елена Александровна. Добрый день, уважаемые жители и гости нашего города. Несмотря на то, что сегодня минусовая температура, мы проводим уже всем полюбившееся и теплое мероприятие — открытие городской елки. Елка – это символ Нового года, а огни на елке, как и огонь в целом, это символ будущего, символ счастья, символ новых свершений. Ну-ка, елочка, гори! Радость всем нам подари! Come on!